Немногие пишут, Ксения, постоянно видим дебильные статьи про вас. Ребят, вы зачем эти дебильные статьи все читаете? Объясните, пожалуйста. Ну, вы же понимаете ценности в жизни абсолютно. Пишут вот такие вот статьи. Дочь Бородино избивает всех дома. Ну вот, кто это читает? Вы мне просто скажите. Вы сами это читаете. Что мне присылаете? А я просто... Мне это неинтересно. Ну вот правда. Не надо самим растить дебилов. Вот убедительная к вам просьба. Не надо подписываться на каких-то неудовлетворенных блогерш, которые постоянно пишут дебильные статьи, а потом вы мне это присылаете. Слава богу, хоть сейчас перестали. Сами взращивайте...